От Кости требуют дать показания на отца. Козлов по заданию своего руководства в МВД ищет способ опорочить Лужина и арестовать Катю. Алла обращается к Славе за помощью, только он может помочь вытащить Костю из тюрьмы. Лужин придумывает комбинацию, как снять обвинение с Кати. Накануне эвакуации Лужина Грек отправляет письмо в КГБ. Аня и Грек наконец-таки расписываются.